Едем мы по улице Ацмаут в Хайфе. Видите, развиваются радужные флаги. Это говорит о том, что скоро в Хайфе парад гордости. Да-да, Хайфа тоже гордый город. Нахожусь в Нижнем городе на площади Парижа. И не могла не снять вам вот это здание. Как вы думаете, за сколько оно продается? Вот тут написано, что это здание продается за 14,5 миллионов шекелей. Вот можете звонить вот по этому телефону. А вы говорите, трущобы в Хайфе? Хорошенькие трущобы за 14,5 миллионов. Здравствуйте, дорогие зрители. Я нахожусь в Хайфе в районе Мерказа Кармель, центральный Кармель. И приехала я сюда, потому что здесь находится магазин немецкой обуви. Если смогу, вам засниму. Погода сегодня 28 градусов, но это только в середине дня. Обычно тут прохладнее утром и вечером. Так что, несмотря на то, что середина июня, еще настоящего лета нет. Это магазин немецкой обуви. Находится по адресу Дера Хайям 3. Магазин называется Tamaris. Это известная немецкая фирма. Зайдем и посмотрим. Надеюсь, мне дадут снять. Магазинчик оказался небольшой, и у них есть сайт интернета. Потом покажу вам. Но давайте посмотрим, что тут есть. Обувь хорошая, качественная. Другое дело, найду ли что-то себе. Ну, вот такие шлепанцы. Здесь три ценовые категории. До 200 шекелей, от 200 до 400 и больше. И уже довольно дорогая обувь. Так что кому что. Вот я просто показываю, что тут есть. Первая пара 10% скидка, а вторая 15%. Ма, а ешь похавый рут, машу казать, я не раю. Розе ле кулам. А, ле кулам, она хочет. Мецуян. Это что? Им терцилим дор машу, де гиди, а я вирам. Кен, кен, кен. Кен. Кама зе оле, бе эрах на гид каэле? Зе фитроп, зе лота марис. А, ну? Это ортопедическая обувь из Англии, здесь не только немецкая обувь. Англия, Tamaris, Англия, Германия, Швейцария, Сфарад. А, мы кому то вим? Видею. Да, а коли хути? Кензе бару. Кама казе давар? Это кожаная обувь, но поскольку это зимняя коллекция, то всего 215 шекелей эти туфли, но это кожа. Вот 330 шекелей, это Tamaris. Такие вот. У них, кстати, сейчас все со скидками. Довольно существенными иногда. Это ортопедическая обувь, качественная, и самая высокая цена, которая может быть в данный момент на летнюю эту обувь, это 480 шекелей. Я считаю, что для такой обуви это недорого. Кама зе яхоль лаалот беэрах? Эле 410 лифне анаха. 410 перед скидкой. Есть и другие цвета, просто сейчас нету. И я от машу хадаш, уже заулекается. Тири, я холю, что я гия от машу в эмшех шелкаиц. Ве анахну батахлес кбар мехаким лахорев. На бен 15 ле ад 50 ахуз анаха. До 50% скидки, потому что не летняя. Ве мигот ахунот. Бой нагид каха аль мазаль, маша никра. Эванти. Вот эти мне нравятся, я люблю вот такую обувь. Вот эти сейчас 350, вот эти. Она говорит, что сейчас дешевле они стоят. 245 они сейчас стоят. Вот эти есть и больших размеров. Здесь 36 размер, но она говорит, что есть и больших размеров. Несмотря на то, что сейчас лето. Очень легкие, очень легкие. Это английские. Они матерчатые, но легкие. Кен. Эти швейцарские веса нет. Бли мешкаль. Вау, какие легкие. Зена бен 550 ле 750.
от 500 до 700 примерно цена. Это швейцарская фирма. Это швейцарий. Это ממש נעלי ספורט לכל דבר. Спортивные. כמה שיותר מקצועי, כמובן יותר יקר. Чем более профессиональные, тем они дороже обычно. תגידו שבאתם משולמית, ואנחנו נדאג לכם. Скажите, что вы пришли от Шуламит, и она вас позаботится. Ее зовут Алона. Все. Пока что мне больше здесь показывать нечего. Магазин небольшой, но будут поступления. И больше к зиме скоро начнутся уже поступления. Так что приходите, а вас здесь позаботятся. Ну вот и все. Показала вам магазинчик. Если кто-то живет в Хайфе, в Крайот, в окрестностях, очень советую. Там были швейцарские кроссовки, которые я прямо вот купила бы. Тем более мне скидку обещали. Удобные, невесомые. Но я, к сожалению, буквально на прошлой неделе купила себе новые летние кроссовки. Так что мне еще одну пару совершенно ни к чему. Прямо вот обидно, что поторопилась. Ну, так что на этом я закончу. Все. До свидания, дорогие зрители. И надеюсь, что до скорых встреч. А я иду на метро. И еду вниз. Дорогие зрители, посмотрите, какой закат красивый. Это говорит о том, что настоящее жаркое, беспощадное лето еще не наступило, потому что тогда таких нежных закатов уже не будет.